Это факт. Дерлёк. Бросок, Конёк попадает. С другой стороны, логика Воробьева и Кинена тоже ясна была. Но Кинена как-то когда тоже так избавлял. Звенев все-таки... Ух ты, 5-0. 5-0! Разгром. Уже можно говорить о чем угодно. Какие-то здесь такое впечатление потихонечку заканчивается. И наблюдаем сейчас блестящую передачу Прохоркина. Вот такая подкидочка. И касание Чернов замыкает эту передачу. Ну, просто красавец и Чернов, и Прохоркин, который вывел своего партнера, ну, в общем-то, что хотят, то сегодня то и делают. Да. Вторая шайба Чернов.